Тема «Овощи». Учим русский язык с овощами. Первый урок. Словарь. Овощи. Сабзавотлар. Овощи. Тыква. Ковок. Тыква. Чеснок. Сарымсок. Чеснок. Огурец. Бодрин. Огурец. Морковь. Сабзе. Морковь. Картофель. Картошка. Картофель. Кукуруза. Макка джихоре. Кукуруза. Баклажан. Бахладжон. Баклажан. Горох. Нухат. Горох. Кабачок. Кичкина ковок. Кабачок. Свекла. Лавлаги. Свекла. Красная свекла. Кызыл лавлаги. Сахарная свекла. Кант лавлаги. Перец. Калампар. Перец. Сладкий перец. Болгарский перец. Булгор калампары. Гарым дорысы. Острый перец. Ачык калампар. Лук. Пиоз. Лук. Зеленый лук. Кук пиоз. Репчатый лук. Нуш пиоз. Капуста. Карам. Капуста. Цветная капуста. Гулькарам. Проверим. Текшерамас. Что это? Свекла. Что это? Морковь. Что это? Тыква. Что это? Огурец. Что это? Чеснок. Что это? Кукуруза. Что это? Кабачок. Что это? Перец. Что это? Горох. Что это? Бунама. Это овощи. Бу сабзавотлар. Это? Бу. Это овощи. Бу сабзавотлар. Это лук и чеснок. Бу пиоз ва сарымсок. Это лук и чеснок. Бу пиоз ва сарымсок. Это тыква? Бу ковок. Да, это тыква. А, бу ковок. Да. Ха. Да, это тыква. Ха, бу ковок. Это морковь? Нет, это не морковь, а чеснок. Йок, бу сабзи эмас, бу сарымсок. Нет. Йок. Это лук или огурец? Бу пиоз, йоки бодрин. Или? Йоки. Это лук или огурец? Это перец, и это тоже перец. Бу калампар, ва бу хам калампар. Тоже. Хам. Это перец, и это тоже перец. Проверим. Текшерамас. Овощ. Сабзавот. Огурец. Бодрин. Перец. Калампар. Капуста. Карам. Тыква. Ковок. Чеснок. Сарымсок. Горох. Нухат. Морковь. Сабзе. Спасибо за внимание. С вами была Юлия Ивановна. До новых встреч!